начинаем вторую игру против Овермастера. Опять Ракана Вальки, Фелм. И у него только ввода комбо. А у меня Элизиум Мидрейндж. В принципе, деки похожие. Он начал с Валькирии. Давайте мы кипнем. Надеюсь, здесь что-то появится. У нас дров, шторм. Может опять, конечно, пожадничаю с двумя землями, но у нас тут есть виздом. Ой. Киллер. Киллера, наверное, пока нам... Хотя, давайте еще раз будем жадными. Будем жадными еще раз. Ремувал, ремувал, можно сказать. Вальки у него есть харшул один, поэтому... Нужен нам здесь шторм? А, нет. Вполне. Берем еще один. У него почти то же самое, но у него есть один харшул. Еще есть Иджин Чойс. Она была, наверное, руку не сколько ремувала оставлять, сколько со всяким дровом. Давайте посмотрим, что там у нас. Не ансил, ансил охота, да, оставить. М1 на Q. Ансил, ансил. Нет, ну тут хорошие. С другой стороны, что, харшульчик только один. Давайте мы уберем. Земелька. Не, хватит нам земелек. Все, у нас уже нормально по землям. Ну, еще совер есть, который Warcry с Валькирией Warcry 2. Вообще интересный момент. Конечно, из одного харшу, может быть, он может спасти ансил, но не знаю. Торчи нам не страшны, у него протектов нету. То есть только там, 4 торча ансил. И все, спылов-то у него там. Просто одного вот этого убить. Вдруг на него там плиту повесят. И чё мы? Хотя плиту мы просто скинем. Давайте пока оставим. Два урона мы, ничего страшного, от земли получили. Ух ты. Нашлись. А тут как раз шторм и пригодится нам. Что-то искать здесь пока не... Хотя можно просто киллера взять. Или мистика. Викарию тратить 2 вообще неохота, да? Поэтому давайте, наверное... Достанем мистика, чтобы дроваться. Викарию убьем кранозавром, если что. Тоже два эквакейта, чтобы у нее еще была крича шестеркой. Не, может быть, это и поможет, но мне что-то это не нравится. Ставим там на Ризу, на Амели. Это окей, на. Хотя бы нам это, динозаврика бы вытащить. Будет вообще забавно. Не, ну вот этого... Не, давай мы просто вернем. Power...
будет стан, что он на него? Ну, Икарию. Ну, Ризум просто вернуть успеем, ничего он нам не сделает. Вдруг там плита будет. Давайте подождем. Нет, ну его. 6 урона не хочу. Ну, а чтобы сейчас Митика не убили, у нас будет еще земелька. Будет еще дров. Будет кронозавр. Видишь, кого поморфуем сейчас, кого-нибудь там, блин. Эх, ты харшик, да? Но это уже похуже. Давайте оставим земельку пока. Ну что, Риза, он там еще бы на лайфстилился. О, Икария пришла. А это уже больно. Нам нужно срочно мерчанта для того, чтобы найти киллера и убить Тирса, вот эту штуку. Сначала до два хода просто убьют. Еще какая-то тушь, там шестимановая. Мерч. Вообще печально. Ну, давайте следующую. Вторая игра, попробуем мы Фелном. Что будем ходить первые. Минус у него Вальки. Водокомбу он оставит, но потом как самую стабильную. Окей. Ой, ё-моё, как ужасно, а. Какой ужасный. Эти хотя скримы, все такое, ну ладно. Водокин у него с 4 маршалами, это. А может, он и даже и знал, что у нас, опа. Опа, и будут скримы, да, а тут расы. А уж скрим. Как-нибудь да выиграет. Из 3 матчей-то. Хотя первым. Потому что тут сало. Так, что может найти? Sword Unity, Stand Together, Ксинанку. Может и Ксинанку. Надо просто ходить в атаку еще. Если нам земель не дают. Хотя Sword of Unity прошу похилиться, тоже вариант хороший.
этого тратить пока, чтобы пробить на 3 лишних, пока рано. Титана бы нам вот, да? Это 6 урона, 6 урона. Против скрима вальками играть, конечно. Типа я, да, скрим последний дек очень хорош, если ты нормально идешь. Вот вообще не вариант. С этим свордом, да, получается. Не, значит, он на эту сворд оденет, он будет по 3 хилиться, да не, без разницы, лучше уж так. Надо пробивать побольше, пускай хилится. В следующий раз он похилится на 4, а мы ему пробьем на 10. Мы вообще ничего не успеваем. Титан. Ну и что нам нужно? Рындра. Нет, 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 нет. Титан нам вообще надо, вот вообще опасный титан. Че придется в атаку им ходить? Меч на этого будет еще хуже с трэмплом. Хотите там... Ну, мы его, в принципе, можем unstable. Как только все это успеть перебить? Да никак. На восьмерочку, блин, на восьмерочку. Сейчас похилится, да. И рындеры. Нет, unstable нужен, чтобы с этим справиться, да. Да, все. Сейчас абсворд, он нахиляется. Мам, не горюй. Столько лайфстила, это просто нереально. Толку от этих мерчантов-то? Толку от этих мерчантов никакого. Как мы будем вот это вот разбирать? Вообще никак. Да тут уже не все. Все это бесполезно. Просто сейчас 7 в атаку и все. Thank you.
кстати, 12. То у нас там плюс 5, вот этого подставим. Все бесполезно. Ну, а то простой выбор, вальки остались. Вальки против скрима, это не очень хороший матч. Ну. Не, против скрима можно просто быстрее попробовать. Вальки нет. Вальки нам надо хотя бы, по идее, нам надо выиграть всеми, да? Но мы сейчас ходим первыми. Первыми нам выгодно ходить на фелне все равно. Потому что на вальках первыми ходить. Фелн самый выгодный по первому. У нее тоже с дивоэром, поэтому. Плюс у нее раптор, у нее первые дропы есть всякие, что довольно опасно. А вот у нее уже и первый дроп вышел, а? Как неприятно. А, все, есть дивоэр, поэтому лучше давайте остановим, чтобы урон не получать. Все есть, что он съест там, рендер и так далее. Все есть у чувака. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, думатель поставим. Думаю, в пермафросте не совсем то, что хотелось бы. Никаких триков нету. Я чувствую, у нее что-то все есть. Но все равно атакует, куда деваться. И блокать надо. Еще. Ну ладно, давай мы. Поставим так. Есть что у нас есть? Аннигилейтик, чтобы поблокать. Не, по-любому вот это вот дабл атак и надо блокать. Так, сколько у нас здесь? 9. И здесь у нас еще 8. Так, а мы его не убиваем? Вечер, посмотрим, что у нас там есть.
4 плюс 4 это 17. Одного не хватит. Он мне может спокойно терпидшот или еще откуда-нибудь убить. Ну давайте рискнем. Давайте рискнем, фиг с ним. А, ночь же была. У него же берсерк вышел. Как я забыл? Как я забыл? Чё я думал? О! Совсем забыл, что ночь идет. Уж какой-то индикатор ночи для таких, как я. Для добывающих. Теперь он в любом случае будет играть берсерком. Он будет ходить первым, а я буду ходить вторым. Если я выиграю, он все будет ходить вторым. Поэтому вообще без разницы, чем он будет играть. То есть он в любом случае ходит первым. Ну что будет ходить первым, если выиграет, закончится? Да. Если я выиграю, еще 5, поэтому опять разницы нет никакой. Чисто свое. Давайте опять Элизиумом. Ну все, надо два раза выиграть. Фелм прям шансы очень хорошие все это напинать. А, слушай, баннер у нас этот юнит будет, поэтому так поверстован, так, окей. Ченнел надо убирать, доставать там киллеров просто. Ой, эвакейт киллер. Лучше киллокейт, хотя берсерк он любому раздаст. А мы то и то достанем. Виздом. Да, окей, почему нет? Слышно, с киллером, титан с киллером, Powerstone уберем. Нам теперь дают чуть-чуть просто прожить пару ходов, чтобы он дал. И все, у нас есть ансил и киллокейт, и мы достанем еще и инициацию. Мы просто поставим титан и ход передадим. Посидим здесь, посидим на этом. Он только вот этим не пошел. Какая рейс прям. Одно мы поконтрим, другой мы вернем. И так нормально. Если, конечно, двух рапидшотов нету просто сразу. Два рапидшота, они делеют и все как надо. Thank you.
Здесь нет второго? Нет, второго нет. Окей. Надо нам кого-нибудь киллером убивать. Сечь ход будет 9 маны тогда, да, если будет. Что я сделал? Что я сделал? Ё-моё, как же так тупить-то? Почему не на этого не убил? Ё-моё. Ё-моё. Чё я творю? Взял, кинул на титана, который уже хотел в атаку. Мне бы тогда ждать и на тырса кинуть, либо убивать сразу. Так, может, берсерков убить просто? Чё, он даст 3 плюс, даст 3, давай так. А сколько здесь будет? Да нет, дров нам здесь поможет. Просто тырса. Просто тырса. И все. Дров, конечно, может что-то найти, но... Хотя, может быть, дрова было точнее, то что мы и так... Хотя тут урон просто слишком много будет. На следующий год должны его убить. Скрин слишком взрывная штука. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вейстоун нам здесь вообще не нужен, поэтому дров 2. Брали вейстоун. Подровались. Так, ну цирс надо по-любому. А, цирс может нас потом убить со скрима, допустим. То есть если мы идем в атаку, Тырса блокирует титана. Нет, Тырса блокирует 1-1. Он хилится на 5. У него 14. А ему летит на... А ему летит на 13. А, и он умрет на следующий ход, поскольку он Тырса поставил. То есть мы идем всеми в атаку. Блокает он 1-4. Получает 7-6. Правильно, да? То есть блокает он 1-4, у него плюс 5
Итого 14, ему доходит на 13. А так мы просто Титанус оставляем киллер. Да, ему блокать только Титана. Иначе он здесь он просто дофига урона потеряет. Это плюс 5. Плюс 5, еще раз, 14. 14. 12, 13, да. Это не может блокать. Я сейчас ночью не прогадал уже. Да, все правильно, но еще не прогадал. Я уже об этом даже переживаешь. Еще попытка. Ну мы вальки теперь, да, остались только вальки. Нет, слишком медленный. Окей, торч есть, сал есть, уже хоть что-то. Уже хоть мы живем чуть-чуть. Вопрос только сколько, но живем. Плита против пермафроста. За Ризой можно сходить, вообще красота. Нам здесь главное прожить, правильно? Нам здесь главное выжить. Unstable Forum. Две штуки, окей. Амели, да, почему нет? Амели отличный блокер. А что, может нам 19 писать? Не, ну Амели сейчас здесь нельзя. Надо отбиваться, мы уже близко, в принципе. Так он данстейблит, конечно, но пофигу. Рендер эпидшот уже есть, что-то нам с этим надо делать. Держаться как-то. Надо два торча вбучивать, не надо.
Семерку. Можем пропустить семерку, зато Вальку сохранить? Можем, мне кажется. А с другой стороны, 7 урона. Что там, Девоер? Один ход протянуть. Один ход. Вейтриза постреляет, потом на него просто плита. Дикий отхил. Рендер до сих пор может 19. Бля. Пошла рендер, а. Это единственный вариант просто. Вот как можно меньше урона сейчас получать? Похилились. А, сейчас будет этот unstable form. У него 2 unstable form, это я точно знаю. По-любому должен быть unstable сюда. Чтобы хила не было. Очень тяжко. Еще за ризы бы одного еще ризу достать. Уж неужели не было там рапидшота просто? Блин, не было, наверное, рапидшота под. Да, unstable раз. Unstable 2. Давай какую-нибудь нетушку хорошую. Отлично. Плайн амбуш. А, не гелеет. Кого можем найти? Кого мы можем найти с хилом? У нас никого нету, да. Нам нужен Риза. У нас слишком мало хп. Чё, сейчас ночь и все. Жить мел сейчас съест. Иракан и Валик. Скрим. А, пермафрост. Ну ладно. Но матч равно прикольный.